Всего в республике более 3000 заболевших ОРВИ. Недельный пороговый уровень превышен на 27%. Полностью приостановлен учебный процесс в двух детских садах Ширинского района. В Орджоникидзевском районе дома сидят 106 воспитанников двух детских садов. Также закрыто учреждение в селе Новотроицкое Бейского района. Карантин объявлен в 18 классах 8 школ Абакана, Черногорска, Сорска, Ширинского и Бейского районов. Первым карантинные меры ввел Саиногорск. Здесь власти запретили любые массовые детские мероприятия. На каникулы отправляются все классы, где более 20% больных. В стационарах введен карантин.